Жильцы дома номер 10 по улице Земляной встречают главу города как последнюю надежду. Обратились они к нему по поводу, по сути, отсутствующих тротуаров. Но есть еще повод, гораздо важнее. Долгие годы 25 семьям, проживающим здесь, приходится бороться даже не с управляющей компанией. Она отказалась от бесперспективного дома больше года назад. Люди борются со стихией. Вот это вот повыше коричневого окна, это кухня. Оно у них прямо все изнутри черное, оно сгнило уже все. Вот здесь на втором этаже вот пластиковое окошко вот там с картинками. У них даже карнизы вывалились, потому что вот этот угол, он течет до второго этажа. Проблемы с их домом возникают повсеместно, от крыши и до подвала. Здание 1956 года постройки. Капитально не ремонтировалось ни разу. Как итог, дом фактически рассыпается на глазах. Протекает крыша, из-за ветких коммуникаций периодически затапливает подвал. Жильцы, особенно верхних этажей, были просто счастливы, когда узнали, что их дом попал в целевую программу по ремонту крыши. Но долгожданной реконструкции не суждено было случиться. Сначала нам сказали, что не все документы были оформлены. Вот. Потом сказали, значит, что будет региональный представитель, и нас перенесли как бы на 16-й год на ремонт крыши. Управляющая компания от нас отказалась. Отказалась по поводу того, что мы не дали свое согласие на ремонт фасада. Ремонт фасада надо проводить после того, как сделается ремонт крыши. Иначе все это просто уйдет в никуда. Жильцы дома, в котором всего 25 семей, своими силами организовать и оплатить кровельный ремонт не смогут. Вот и обратились к главе города, который уже помог им с ремонтом несколько лет назад. Конечно, необходимо здесь будет подумать о том, как внести этот дом в программу федеральную, потому что ремонт крыши, здесь мы посмотрели, от 1,5 до 2 миллионов будет стоить. И, конечно, по фасадам, по фасадным работам много дел, безусловно. Поэтому мы сегодня совместно с администрацией проведем совещание по этому дому. И я думаю, что конкретные меры примем, потому что в таком состоянии дом, конечно, находиться не должен. Причем медлить уже нельзя. Год назад в одной из квартир 3-го этажа обвалилась потолочная балка. Лишь чудо уберегло хозяйку жилища. Постепенно любимый всеми жильцами дом начинает представлять для них реальную угрозу. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.